помочь еще совсем юным, но уже довольно сильным пензенцам. Игрушки, развивающие конструкторы, раскраски – все это отправится малышам, которые сейчас проходят лечение в медицинских учреждениях города. В одном из торговых центров появилась коробка храбрости. Можно прийти и сделать такой благотворительный жест. Все эти подарки будут направлены непосредственно нашим детям. И мы надеемся, тем самым мы воспитаем с вами светлое будущее, наше поколение детей, которые будут не бояться проходить обследование в наших лечебных заведениях нашего города. Каждый желающий может приобрести игрушки из перечня, указанного на стенде. Ежегодно участие в акции принимают и члены фракции «Единая Россия» в Пензенской городской думе. Мы покупаем игрушки, книжки, все, что необходимо. Никогда не остаемся в стороне, поэтому всегда тут. Им необходимы игрушки именно в индивидуальной упаковке. А также это книги, это раскраски. Если это мягкая игрушка, то обязательно в пакете. Я вот, допустим, каждый год покупаю разные развивающие игрушки, потому что часто дети же даже не могут встать с кровати, а вот хотя бы как-то их отвлечь и заняться развивающими игрушками. А вот деревянные, плюшевые, острые или бьющиеся игрушки организатор акции просит не приносить. В торговом центре коробка храбрости пробудет до конца месяца, а после все собранное распределят по медицинским учреждениям.